Шалом Ряри, приятно родственное служение из Израиля. Сейчас 25 августа, 7:00 утра ровно. Я извиняюсь без стабилизатора, просто кое-что хотел важное сказать для тех, кто хочет делать бариатрические операции, что я лично, конкретно я против резекции желудка, а больше за шунтирование, и вам объясню почему. Очень многие, кто хочет пройти эту операцию, не знают, или им плохо объясняют, что после этой операции есть побочные эффекты, очень частые, как отрыжка, как изжога. И я нахожусь в группе в Фейсбуке в израильской, где есть очень-очень много людей, кто прошли эти операции, и очень много страдает именно этой проблемой. Почему я против резекции желудка, а больше за шунтирование, с мини-шунтирование, с полное шунтирование? Потому что все эти проблемы, которые могут быть, они у вас будут в стороне, потому что желудок как бы отстранен от системы, он только добавляет сок. И я переговорил с многими врачами, с профессорами, и мы решили, что будем делать не шунтирование, вот, потому что меня достали эти все проблемы. Например, вчерашнюю ночь я практически не мог уснуть из-за этих проблем, потому что таблетки уже пил, изжога и страшнейшие боли, это не очень приятно. Кроме этого, есть очень большой шанс, что вы поправитесь обратно. Почему? Потому что после этой операции, после резекции желудка, нужно делать, обязательно заниматься спортом. Если заниматься спортом не будете, вы вернете львиную долю веса обратно. Вот, я начал возвращать, но я как бы это словил, вовремя остановил, да? Ну, как бы с весом 180 килограмм, когда я был, я понял, что я уже 120, и это как бы много. Я стал опускать, и вес идет вниз, поэтому все нормально. Да, у меня скоро еще одна операция, но я уже вес понижаю. Вот, и без операции сам. Поэтому это было такое короткое экспромтное видео в свой день рождения. Я решил поделиться с вами и предостеречь вас. Ну, если с другой стороны у вас вес не очень большой, надо скинуть там килограмм 10, 15, 20, да, эта операция подходит. Но учите, посоветуйтесь с врачом, узнайте у него по поводу побочных эффектов, как рефлюкс, как отрыжки, как изжоги. Уточните у врача перед тем, как вы принимаете взвешенное решение. С вами был Женек. С днем рождения меня. Всего хорошего. До новых встреч. Пока.